Здравствуйте. Время новостей на Первом. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Выходить из подвалов рано. Ополченцы и мирные жители сообщают об обстрелах, провокациях и передислокации силовиков в Донбассе. Без права на лечение. На Украине тысячи онкобольных оказались на грани жизни и смерти. В больницах нет лекарств, в бюджете денег. Учебный год с новоселья. Как приобрести квартиру в полтора раза дешевле рыночной стоимости, придумали костромские педагоги. Посудный бой. Сотрудники итальянской пиццерии дали отпор грабителям с помощью тарелок. И войти в историю Древней Руси. Масштабную диораму, посвященную стоянию на Угре, открыли в Калужской области. И вначале о том, какая обстановка сейчас на востоке Украины. Существенных изменений за минувшую ночь не произошло. Перемирие действует, однако провокации все же случаются. То и дело звучат выстрелы и разрывы снарядов. Но людям, конечно, хочется верить в лучшее. Только в Луганскую область в сутки возвращается до 2500 человек. Подробности в материале Евгения Лямина. Что же, люди соорудили вот такое бомбоубежище. Ага, видите, как мы спим 2 месяца уже. Угу. И телевизор у нас тут все. Очень тяжело, не то слово. Вот я после инсульта, мне очень тяжело. А я тут валяюсь. Ну, думаю, может закончиться все миром. Нас тут 8 человек. Ой, дай бог. Еще не мир, перемирие, но настолько хрупкое, что многие жители Донецка по-прежнему предпочитают ночевать в подвалах. Так безопаснее, ведь украинская армия периодически все-таки обстреливает жилые кварталы. Особенно часто идет со стороны аэропорта. Начали ложиться вот здесь вот по поселку. Начали ложиться по лесу, в эту сторону. В общем, один снаряд на 17-й дом упал сверху. И вот к нам сюда пролетел. Как таковых боев нет, но украинская артиллерия периодически наносит удары. Все факты подобных обстрелов, говорят ополченцы, записываются в специальный журнал. Данные будут переданы комиссии ОБСЕ, которая работает на Юго-Востоке. Да и сами жители рассказывают ее представителям о том, как военные понимают слово «перемирие». Наш район били, все дома, этот подъезд, все в этом районе, этих 5 домов били градом. Во время перемирия все время, в течение дня, все время бьют градами. Каждый день это происходит в течение 2-3 часов. В штабе ополчения заявляют, несмотря на все провокации, у них приказ огонь не открывать, соблюдая перемирие. В Луганской области с этой высоты, близ поселка Славяносербск, возле памятника комбат политруку Еременко, ополченцы внимательно следят за украинскими позициями, перемещением техники и личного состава. Во время перемирия, конечно, они начали скапливать обратно свои силы. Вот сейчас недалеко от нас, за спиной, за комбатом, через 3-4 километра, они скопили еще дополнительные техники. Пришли БТРы, пришли танки, пришла Нацгвардия дополнительная. То же самое касается Новайдара, то же самое касается уже и Станичанского направления. О том, что украинская армия перегруппировывается и стягивает силы на разных направлениях, говорят не только ополченцы. Передвижение техники украинской армии с опаской отслеживают и мирные жители. У всех есть родственники в разных городах по всему Донбассу. Мы созваниваемся. Вот. Естественно, говорят, туда войска подтягиваются, туда войска подтягиваются, еще какие. Тяжелая бронетехника идет, тяжелое оружие такое, как грады, как смерчи, что там, эти минометы. Вот, это все полетит на нас, правильно? Вот, это все полетит на нас. Украинская армия не только наращивает силу в подконтрольных киевским властям. В Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой области близ Мариуполя с этого дня введены так называемые режимные ограничения. Запрещено передвижение транспорта с 8 часов вечера до 6 утра. Людям без прописки в эти районы въезжать запрещено. Нельзя проводить видеосъемку, использовать радиостанции. Запрещена рыбалка, охота, а также массовое собрание людей без согласования с военными. Евгений Лямин, Сергей Зенин, Дмитрий Матюшин и Сергей Воскобойников. Первый канал. В Славянске, этой весной ставшим символом сопротивления Киеву, свои порядки пытаются остановить не только военные. Весьма вольготно там сейчас чувствуют себя радикалы. Они начали настоящую охоту на ведьм. Объектом преследования стали школьные учителя. От местных органов образования требуют уволить педагогов, которые поддерживали ополченцев. Приходят и к самим учителям, действуя при этом крайне агрессивно. Пиши заявление об отставке. Украинская армия бомбила, парни на передовой погибают, нет еды, нет бронежилетов. А тут сидит, жрет за счет бюджета. Какая еще она? Зарплату где получаешь? Как вам не стыдно так со мной разговаривать? Стоит отметить, что в школах Славянска изменения претерпела и программа обучения. Детей лишили возможности изучать русский язык. Как рассказывают сами школьники, теперь вместо него преподают немецкий. Видимо, он нынешним властям идеологически ближе. Это несмотря на все обещания Киева не ущемлять в правах русскоязычных граждан.
На всей Украине тем временем сложилась критическая ситуация с лекарствами. Жизненно необходимые препараты заканчиваются в медицинских учреждениях. Ими не обеспечивают больных с тяжелыми и наследственными заболеваниями. Одна из причин дефицита – провал госзакупок. Цены выросли, а в бюджете денег не хватает. Слишком дорого обходится Киеву силовая операция на Юго-Востоке. Наталья Юрьева подробнее. Важный момент – отсутствие порогов между помещениями в квартире, чтобы ребенок мог беспрепятственно передвигаться, и ему ничто не мешало, чтобы он, не дай бог, не споткнулся и не травмировал себе колени, локти, ну или, не дай бог, голову. Никаких порогов и острых углов, только мягкая мебель. У годовалого Вовы больше нет права на падение. Мальчику с диагнозом гемофилии украинская медицина помочь не сможет. За сыном постоянно следит мама, которая знает, препараты, свертывающие кровь, в больницах страны закончились. Это жизненно необходимо. То есть жизнь моего ребенка зависит от наличия этого препарата. Если, не дай бог, случается в данную вот минуту кровотечение в жизненно важный орган, его остановить нечем. В такой же ситуации оказались еще около 2500 украинцев, больных гемофилией. По их словам, препараты, свертывающие кровь, закончились в стране в начале сентября. Госзакупку новых лекарств Минздрав Украины должен был совершить еще весной. Но торги не увенчались успехом до сих пор. Из-за этого в марте практически прекратили профилактическое лечение. Препарат прокалывали детям во избежание неконтролируемых внутренних кровотечений, приводящих к инвалидности. На данный момент лекарства закончились и для экстренных случаев медицинской помощи. Если ранее ситуация была опасна для здоровья пациента, то сейчас для жизни пациента. И в первую очередь это дети. Что можно объяснить родителям, что можно дать детям, если они в отсутствии препаратов, рискуя жизнью, постоянно изо дня в день становятся инвалидами тяжелой формы. Помимо препаратов для лечения больных гемофилией, по информации Минздрава, на данный момент на Украине острая нехватка вакцин для прививок от туберкулеза. Страна-лидер по заболеваниям в Восточной Европе. Столбняка, полиомиелита, коклюша. Заканчиваются инсулин и лекарства для онкобольных. В целом в этом году провалены тендеры по 18 государственным медицинским программам. Больные, которые ежедневно лишаются необходимых медикаментов, и общественные активисты даже пикетировали кабинет министров Украины. Но пока безрезультатно. В октябре месяце люди начнут умирать. Не потому, что даже идет война, не потому, что там, я не знаю, будет голод. Потому что в больницах их будут лечить либо пустыми коробками, либо просто кроватями. Больше нечем их лечить вообще. Ни инсулин, ни химиотерапия, ни лечение антиретровирусных препаратами. Никаких других медикаментов в Украине не куплено. Провал госзакупок важнейших медикаментов в Министерстве здравоохранения объясняют девальвацией национальной валюты. После так называемого Евромайдана гривна по отношению к доллару подешевела на 40%. Примерно настолько же подорожали лекарства. При этом бюджет Минздрава Украины не изменился. Средств на покупку всех необходимых препаратов просто нет. А так ситуацию описывают в местном эфире. Самое гуманное министерство вынесло онкобольным циничный приговор. Лекарства от страшного заболевания заканчиваются. По статистике благотворительных организаций, 93% больных раком украинцев на данный момент лишены препаратов, способных спасти им жизни. В итоге каждый больной выкручивается как может. В случае с гемофилией помощь приходит из нашей страны. В соседней России, где в принципе ситуация с препаратами намного лучше, там есть гипотетические ситуации, когда есть излишки препарата у людей на руках, и они, вот, собственно говоря, готовы ими делиться. Начавшиеся в понедельник тендеры пока безрезультатны. Денег по-прежнему не хватает. Минздрав Украины обещает в случае провала приобрести лекарства вне конкурса. Больные опасаются, медикаменты купят не в Евросоюзе или России, как раньше, а в развивающихся странах. Там препараты дешевле, но качеством хуже. Наталья Юрьева, Наталья Литовка, Сергей Горбунов, Первый канал, Киев. Тем временем, по данным Всемирной организации здравоохранения, отсутствие запасов медикаментов на Украине грозит непредсказуемыми последствиями. Уже через месяц, как сообщили в ВОЗ, там закончатся все вакцины, что грозит вспышками заболеваний. Прививать детей в возрасте до 5 лет будет нечем, поэтому в первую очередь опасаются полиомиелита. Кроме того, могут напомнить о себе корь, столбняк, свинка, краснуха, паротит и дифтерия. При этом в Донецкой и Луганской областях, отмечают эксперты ВОЗ, медицина фактически уничтожена. Артобстрелами полностью разрушены 32 больницы. Восток Украины покинули около 70% всех медработников. Другим темам. К сегодняшнему дню удалось согласовать 15 эвакуационных рейсов для туристов, отдыхающих сейчас за границей по путевкам разорившегося Solvex-турне. Воспользоваться ими смогут те, у кого на руках выписаны, но, как оказалось, не оплаченные петербургским туроператором, обратные билеты оренбургских авиалиний и компании «Ямал». Это 5500 человек. При этом россияне, не желающие досрочно прерывать свой отпуск, могут сами купить билет до дома, а потом обратиться в страховую компанию за возмещением. Это все касается чартеров. Туристы, которые изначально должны были возвращаться
возвращаться регулярными рейсами, могут быть спокойны, у них, как обычно, все по расписанию. И, как сообщили в объединении «Турпомощь», которое организует эвакуацию с зарубежных курортов, основную часть отдыхающих вывезут к началу следующей недели. Проблемы сегодня возникнут у тех, кто планировал воспользоваться услугами авиакомпании «Люфтганза». Более сотни рейсов, в том числе в Санкт-Петербург, обратно отменены из-за новой забастовки пилотов в Мюнхене. Стачка продлится 6 часов и затронет свыше 13,5 тысяч пассажиров. Бастующие требуют увеличить зарплату, улучшить условия труда, а также выступают против планов руководства повысить пенсионный возраст с 59 до 61 года. Профсоюз и представители компании не могут договориться уже несколько месяцев. На прошлой неделе была парализована работа крупнейшего аэропорта во Франкфурте. Все это происходит в пик сезона перевозок, когда люди массово возвращаются из отпусков. В Костроме педагоги нашли способ решить проблемы с жильем. Объединившись в кооператив, бюджетники организовали строительство многоэтажки. Расходы контролировали от проекта до отделочных работ. В итоге стоимость квартиры в учительском доме оказалась дешевле в 1,5 раза, чем в соседних. Опыт оказался настолько успешным, что его решили принять и медики. О преимуществах проекта Андрей Кузнецов. Какие взять краски, какие, чтобы мы убрались наши расходы, выбрать линолеум. Педагог с 30-летним стажем Нина Смирнова признается, никогда не думала, что будет разбираться в ценах на стройматериалы. 1,5 года назад учительницу истории выбрали председателем жилищного кооператива. Кирпичный дом с автономным отоплением и просторными квартирами теперь готовят к заселению. Еще не начался строить дом, а люди уже знали номер своей квартиры, этаж, подъезд. Мы даже установили время, с 3 до 5 каждый день можно было прийти на стройку, посмотреть, что происходит и как работают, как идутся работы. И если что-то не так, то строители тут же поправляют. В кооператив «Новый дом» вступили 58 семей костромских педагогов. Учителя сами выбрали компанию-застройщика, проект будущего жилья, а земельный участок со всеми коммуникациями по федеральной программе бесплатно выделила местная администрация. В итоге однокомнатная квартира, например, здесь стоит всего 800 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра в новом, как его уже называют, учительском доме получилась почти в 1,5 раза дешевле, чем, к примеру, в соседних многоэтажках. Все дело в том, говорят жильцы, что процесс строительства от разработки проекта до отделки квартир они контролировали сами. Ведем сюда кота, пригласим огромное количество друзей и устроим хороший праздник. Семья Евковых на днях отметит новоселье. Заслуженный учитель России Владимир Иванович признается, в старой хрущевке с детьми и подрастающими внуками уже тесновато. Теперь, говорит, места хватит всем. Супруге Нине Анатольевне, она тоже много лет отработала в школе, в новом жилье особенно нравится просторная кухня. Здесь у нас будет встроенный холодильник, стиральная машина, моечная машина, потому что я не посудомойка. Сколько собраний провели, сколько копий поломали. Не очень-то надеялись, что это осуществится. Чтобы сделать первый взнос, учительнице рисования Марине Агафонцевой пришлось продать дачу. Остаток средств взяла в банке, ипотечный кредит. Зато теперь, говорит, получила квартиру по цене комнаты. Мы живем с моими родителями, поэтому хотелось свое жилье, хотя бы свой какой-то уголок. Первоначально думали про общежитие, но тут подвернулась такая возможность, и уже целая однокомнатная квартира. Со всеми удобствами мы очень довольны. Вслед за учителями жилищно-строительный кооператив в Костроме уже объединились и врачи. Правда, медики решили построить не многоэтажку, а несколько десятков частных домов. Здесь будет вход в наш дом. С этой стороны будет расположена спальня, с этой стороны кухня и там гостиная. Заведующая аптекой одной из городских больниц Галина Замаскина говорит, переехать подальше от суеты и шума они с мужем мечтали давно. А тут и лес рядом, и речка. К тому же будет чем заняться на собственном участке. Каждая семья в кооперативе получает 7 соток земли. Здесь можно будет отдохнуть вот этой от напряженной городской жизни. То есть приехать — это тишина, спокойствие. Вот. И земельный участок, когда рядом дома, это тоже во многом подспорье для семьи.